Ага. Я добрый день. Итак, да, добрый день, Нина Михайловна, директор. Заведующая. Дежурная аптека. Нина Михайловна, пару слов. Ну, хочу выразить огромную благодарность Федерации бокса России за предоставленные лично. Ну, лично вам, конечно, тоже за предоставленные масочки, которые мы будем обеспечивать всех нуждающихся, особенно в такое тяжелое время. Да, ветеранов, да, пенсионеров, желающих. Удачи. Пожалуйста. Город Заволжье, пойдем, Татьяна. Город Заволжье. Волонтерское движение. Вот Татьяна увидела ВКонтакте ссылочку. 1000 масок. Сейчас дадим в аптеку. И все ведь 36,7, которые находятся в городе Заволжье. На площади Ленина, магазин. 8-й магазин. И все ветераны, правильно? Ветераны. Да, пенсионеры. Ветераны, пенсионеры. Любые желающие могут обратиться за бесплатными масками, дабы избежать большого скопления народа. Чтобы выдержать дистанцию, чтобы люди не переживали за штрафы. Мы сейчас эти маски 1000 штук передаем в аптеку 36,7, находящуюся на площади города Заволжье, магазин, 8-й магазин. Представьтесь, Татьяна. Представьтесь. Татьяна Барышева, житель города Заволжье. Федерация бокса России, большая благодарность. Татьяна. Спасибо. Федерация бокса России, большая благодарность от жителей города Заволжье, Городецкого района. Друзья горожане, все, кто нуждается в масках, приходите к моему дому. Рядышком есть район мелиоратор. Вот при Татьяне. Пару Аня. Слов. Аня, пару слов, Аня. Большое спасибо Федерации бокса за маски. Все, большое спасибо, Аня. Все, пока. Сегодня маски есть у всех. Федерации бокса большое спасибо. Федерации бокса России огромное спасибо за маски. Андрюх. Федерации бокса огромное спасибо. Не, Андрюк, еще разок. Не слышно было. Спасибо Федерации бокса. России. России. Сегодня маски есть у всех. Федерации бокса большое спасибо. Федерации бокса России огромное спасибо за маски. Андрюк. Ага. Добрый день, Нина Михайловна, директор. Заведующая. Дежурная аптека. Нина Михайловна, пару слов. Ну, хочу выразить огромную благодарность Федерации бокса России за предоставленные лично. Ну, лично вам, конечно, тоже за предоставленные масочки, которые мы будем обеспечивать всех нуждающихся, особенно в такое тяжелое время. Ветеранов, да, пенсионеров, желающих, да. Удачи. Пожалуйста. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня пришла небольшая помощь в Городецкую больницу от Федерации бокса России в лице Умара Назаровича Кремлева. Девчонки, медсестры, от себя лично вот как? Спасибо большое Федерации бокса России. Бокса России. Все, Умар Кремлев. Помощь. Да. Все, Умар Назарович, передал огромное тебе спасибо. Все нормально, девчонки, был очень благодарны. Спасибо, нормально. Спасибо. Да, все хорошо, спасибо. Наталья Борисовна, пару слов. Да. Старшая медсестра первой поликлиники, Линова Наталья Борисовна. Федерация бокса России, Умару Кремлеву. Федерация России Умару Кремлеву выражаем благодарность и громадное человеческое спасибо за оказанную нам помощь. И отдельное спасибо Андрею. Все, огромное спасибо, удачи вам. Спасибо большое. Все, хорошо. Спасибо. Поликлиника города Заволжье,